Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие сигаретки. Давно я не снимала подобных видео. Давно я, в принципе, не заказывала ничего с AliExpress из канцелярии. И в этот раз я просто не смогла устоять. Потому что, когда я увидела вот эти вот наклейки, это просто мечта. Это прям моя тематика. Все такое цветочное, лесное. Поэтому я решила их заказать и показать вам. Может быть, кто-то тоже искал что-то подобное. Они абсолютно недорогие по сравнению с другими коробочками, которые сейчас прям очень-очень много на AliExpress развелось. Но вот эти вот дизайны мне показались самыми такими оригинальными и уникальными. Итак, первая коробочка — это у нас вот такие вот марки декоративные с растениями. Марочек здесь довольно-таки много, как вы видите. Их очень много. Я еще их не открывала, не смотрела, поэтому буду вместе с вами в первый раз рассматривать. Вот, это еще даже не все. Они очень такие плотные, качественные. Их действительно можно будет использовать на конверты и в оформлении. Смотрите, они все разные. Такие вот разные есть растения, такие, их тут, я даже не знаю, сколько здесь штук. Нет, на коробке ничего не написано, но обычно по 40 наклеек бывает в таких наборах. Вот, и мне что нравится, то что они все такие вот уникальные. Возможно, здесь будут повторяться какие-то, но это вообще не страшно. Потому что можно будет отправлять друзьям или что-то оставлять себе, если понравится. Но мне нравятся абсолютно все. Пока что то, что мы с вами посмотрели, никаких нареканий нету, потому что они все очень такие аккуратные. Вырезаны все хорошо, никаких бракованных нету. Вот это очень нежное и красивое. Если вы заметили, то они все уникальные. Я не заметила ни одной повторяющейся. Они абсолютно все разные, что еще больше радует, потому что каждая наклеечка уникальная. Следующая коробочка — это вот такие вот наклеечки крафтовые с разными животными лесными. Здесь вот белочка, кролик, совушка. Тоже, наверное, где-то 40-46 штук. Не знаю, честно. Коробочка полная. Единственное, что меня расстроило, то что качество коробочки, оно вот какое-то попорченное, все помятое и черное. Я не знаю, где она валялась, но она такая не особо приятная. О, смотрите, здесь получается, здесь не только животные. Тут, например, вот есть такой, ну, не билетик, а что-то здесь про шоколад написано. Какой-то такой вот буклетик. Потом есть растения. Вот они повторяются. Есть у нас здесь часы. Значит, здесь по 2 экземпляра будет. Вот. Такие мои любимые растения. Просто красота. Очень нежные наклейки. Печатные машинки. Мечтаю, кстати, о своей печатной машинке. Билетики в Нью-Йорк. Да. Такие вот. Затем здесь идет перо. Перо с чернильницей. Да. На обратной стороне они вот белые. Тут вот такие вот печати. Красивые. Затем идут ягоды. Пчелка. Такая.
затем тоже вот такие вот воздушная почта марки Happy Holidays, а затем идет здесь Challenge International. Видимо, тоже какие-то билеты во Францию, что-то там, какие-то цифры. Ой, красота! Смотрите. Просто какая травка. Здесь, видимо, какая-то газетная вырезка, может быть. О, смотрите, вот тут бракованная клейкая основа, а белой нету. Да, здесь немножко брак. Цветы. Книга. Ласточки. Вот домики. Эйфелева башня. Вот они, совушки. Две. Кролики. Тоже два. Такие классные. Замок. Тоже два. Угу. Всех по два, кроме самого первого билетика. И белочки. Странно. Тут внутри пусто, значит, одной не хватает. Ну ладно. Это не так уж важно. Следующая коробочка — это вот такие вот грибы. Кажется, здесь... Да, здесь не только грибы, здесь шишечки, разные растения. Ну, как обычно, ботаническая тема. Ну, они не такие, конечно, классные, как предыдущие, потому что здесь уже стандартный дизайн идет на белой основе, глянцевые наклейки, но все равно они тоже очень такие классные, и я думаю, что их тоже многие полюбят. Так, вот они всякие разные здесь. Посмотрите, какие красивые. Они акварельные, как вы можете заметить. Тоже по две. Разные-разные тут. Дубовые листочки, тыковки. Растения разные у нас. И последняя коробочка. Ретро-цветы. Очень красивый дизайн. У нее такой клетчатый. Здесь тоже глянцевые наклейки на белом фоне. И цветы все очень красивые. Насколько я видела на скринах. Вот я вижу уже один брак. Одна наклейка. Даже не одна, а несколько помятых наклеек. Ну ладно, их можно распрямить. Я не думаю, что продавцы виноваты в этом. Те, кто фасовал, запаковывал эти коробочки, наверное, виноваты те, и то можно понять, что они в попыхах все это делают. Потому что вот, посмотрите, как помялись. Их можно просто вот так вот выпрямить. И они будут снова ровные. Thank you.
Так что вот такие вот наклеечки у нас. Мне они все безумно понравились. Жалко, конечно, что где-то есть бурачок. Но ничего, это же Алиэкспресс, там не бывает, чтобы все было прям идеально, а тем более за такую цену. Я надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Все ссылочки я оставляю внизу, как всегда. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.